всем привет, Людмила Синьорк. Ну, как я и говорила, дождливый день сегодня, холодный, но мы успели сходить на несколько часов на площадочку. И вот мы на дне рождения у Маши. Ей исполнилось 7 лет. Вот. И очень тяжело было дома удержать его. Прям вообще он там прыгал, бегал везде. Мячи гонял в коридоре. Благо у нас коридор огромный. Это в билдинге. Вот они все тут. И вот, пожалуйста, наконец-то мы на празднике. Шикарно. Вот такие бы мест побольше, на дождливые дни, вот такие нам нужны места. У нас был вот такой хороший рядом, недалеко от дома, но почему-то его закрыли. Там было много-много вот этих батутов, матрасов. Вот у Науа мы тоже были на день рождения. 2 годика ему исполнилось, сейчас Маше 7. Молодцы родители, организовали вот такой вот. Тут много всего. А, вот так запускали. Давай, вот так запускай. Ага. Нет, в другую сторону. Батуты, матрасы. Ну, в общем, классно. Потом будет на сладкий стол. Как нам не хватает. У нас было такое, было недалеко от дома. Вообще, это просто благословение. Вот там было много всяких горок, батутов. Ну, что там надувное, да, огромное помещение. Бывший спортивный зал. Этот, не спортивный, бывший джим. Фитнес, переделанный под детскую вот это вот, а сейчас нету. Ну, есть такие у нас там мелкие, там на часик, на полтора. А там мы вот на этом это, большом таком мы зависали просто, с утра уходили, вечером приходили. Так, тут можно еще игры какие-то сделать. Родители. Спасибо, что пошли. Спасибо вам. Так, народу прибывает больше и больше.